В правительстве такому гостю были рады. Добрым волшебником назвал Владимира Евтушенкова Александр Худиланин. Миллиардер приехал с подарками. Спортсмены-горнолыжники из Сартовала получили лыжи, палки и ботинки. А спортивная школа – сертификат на 500 000 рублей. Я вас обнимаю. Вот набор. Спасибо. Всего доброго. Пообщался Евтушенков и с прессой, но бизнес-планами особо не делился. Журналисты, конечно, поинтересовались, а зачем миллиардеру сегежский ЦБК? Ну как зачем? АФК-система – это рыночная компания, ориентированная на бизнес. Это означает, что там есть бизнес. Только надо голову и руки приложить. Мы будем стараться. Владимир Евтушенков рассказал, что сейчас его компания ищет партнеров для проектов в Карелии, но раскрывать все карты не стал. Я очень осторожен в анонсировании каких-то проектов, потому что вы завтра, я когда в следующий раз приеду, вы меня спросите, а вы это сделали? А какие-то обстоятельства могли помешать или что-то мы не до конца просчитали? Я точно не хочу быть обманщиком. Вообще направлений и идей у Владимира Петровича более чем достаточно. Я очень ему благодарен, потому что мы год назад с ним по рукам ударили, и он сдержал, сказать, все свои обещания, которые давал, несмотря на те трудности временные, которые были в определенный период. Некоторые СМИ написали, что Евтушенкова в Карелии заинтересовала ишуйская чупа. Известная дача Ельцина сейчас выставлена на продажу. Но пока эта информация не подтверждена официально.